Предстоятель русской церкви с большой обеспокоенностью воспринял информацию о подтоплении ряда населенных пунктов в Приморском крае в результате удара стихии. Святейший Патриарх молится обо всех пострадавших жителях, об их здравии, благополучии и скорейшем окончании бедствия. Синодальный отдел по церковной благотворительности Русской Православной Церкви и профильные отделы епархии Приморской митрополии в координации со спасателями и представителями местных властей окажут пострадавшим жителям необходимую помощь. Все пострадавшие от удара стихии, нуждающиеся в социальной помощи и духовной поддержке, могут обращаться с запросами по номеру единой горячей линии социальной помощи Русской Православной Церкви 8 800 70 222. Номер многоканальный, работает круглосуточно, звонок бесплатный.